Все, я домой. Да рано еще. Уроки делать не надо. Каникулы ведь начались. Ну давайте еще погуляем. Смотрите, какая тут красота. И елка просто чудо. Да, классная елка. Но я хочу, чтобы у меня дома тоже было празднично. Я пойду елку наряжать. А что, иди. Ой, у меня ведь тоже елка дома не наряжена. Я побежала. А как нарядите елочки, снимите все на телефон. Очень интересно посмотреть, что у вас получится. Хорошо! Всем привет! Елку мы наряжаем не только дома, а еще и на улице. Потому что во дворе у нас растет вот такая замечательная елочка. В принципе, она уже наряжена, но не до конца. Смотрите, передо мной очень старая коробка, и в ней очень интересные игрушки. Вот этими игрушками мама наряжала елку еще в своем детстве. А вот они сами игрушки, они завернуты в пожелтевшие газеты. Интересно, какого она года. Так, газета «Труд», воскресенье, 9 января 1977 год. Продолжаем украшать нашу уличную елочку. Вот игрушка Айболит на прищепочке, мы ее вот сюда положим. Также елочка не может обойтись без символа года, вот такой замечательной собачки. Также символ года у нас не только на елке, а еще и настоящая, замечательная, великолепная суперсобака по кличке Валет. Валет! Вот так он радуется елочке. С наступающим Новым годом! Сегодня ты наряжаешь елку? Да. Сегодня Саша первый раз наряжает свою собственную елку. Этот шарик я каждый год вешу на елку, а теперь его будет вешать Саша. Держи. Вот эти кукушки. Смотрите.